Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Райм, и сегодня я застрял посреди океана. Что мне делать, я не знаю, потому что я решил просто поплавать немножечко на своей лодочке, но случилось страшное, и меня штормом отнесло в открытый океан. И куда мне плыть? Кажется, я там что-то вижу. Может быть, там будет какой-нибудь остров или земля? О, да, я вижу землю. Ого, это какой-то огромный остров, или даже несколько островов. Здесь я смогу выжить и добыть немножечко еды, сделать дом и остаться здесь жить, пока не вернусь обратно. Нужно сразу добыть дерево. Кажется, этот остров полностью необитаем. Так, делаем еловые доски и верстак. Сразу сделаю, как обычно, себе деревянный меч, чтобы обороняться от хищников, ну или искать кабанчиков. Так, где они тут? Идите сюда, мне нужно добыть еды. Блин, какой необычный прикольный остров. Что это такое? Эй, мне показалось? Да ладно, это что, драконы? Я попал на остров драконов? Охренеть! Ого, там еще и золотые блоки, и назаритовые. Я стану богатым, только нужно это все украсть. А, что? Человек? А, что? Здравствуй. Тревога! Тревога! А, ты куда летишь? Эй, отвали от меня! Помогите! Помогите! Так, нужно спрятаться! Черт, вон он! Что, человек? Офигеть, их тут много! Надо спрятаться, надо спрятаться! Блин, вот я попал, конечно! Что это за остров такой? Может, тебе показалось, ты уверен, что видел человека? Да, конечно, видел! Мои глаза мне не врут! Блин, дело плохо! Ну и выбраться-то отсюда я так просто теперь не смогу, ведь у меня есть всего лишь деревянная лодка, а у них крылья, и они смогут до меня добраться очень и очень быстро. Тогда в таком случае, может, мне с ними подружиться? Говорят, что драконы очень недружелюбные, агрессивные, смертоносные существа. Но если я подарю им кусочек земли, то я думаю, у меня получится. Эй, драконы! У меня для вас есть подарок! Эй, драконы, ну где вы? О! Вот он, убейте! А, не надо меня убивать, ты же что? У меня для вас подарок, не трогайте меня, пожалуйста! Человек, какой подарок? Да-да-да! Человек, подарок! Я буквально сегодня узнал о существовании драконов, но тем не менее я пришел к вам с подарком. Подарки от людей мы не будем принимать, мы и так от вас очень долго скрываемся на этом острове. Что? Я случайно нашел ваш остров. Я не хочу ничего здесь у вас нарушить. Ваши законы. Мне это все не интересно. Давайте я подарю вам подарок. Вот кусочек земли, а вы меня отпустите. Взять его. А, да не надо, не надо, не надо! Откуда ты, человек? Я просто потерялся в океане и приплыл к вашему острову. Я не специально. Зачем вы заперли меня в этой клетке? Кто это? Обед. Надеюсь, не мой. Вообще-то он разговаривал. Так, ладно, в таком случае просто, пожалуйста, отпустите меня. Я не хочу вам зла. Ты раскрыл наш секрет, и теперь люди узнают о нас, если мы тебя отпустим. Мы не будем тебя убивать, поэтому ты станешь нашим рабом. Ну спасибо, блин, но становиться вашим слугой там, или как вы сказали, я не хочу. Я хочу просто домой. Ну, раз ты не хочешь, значит, у нас сегодня будет сытный обед. Не надо, ладно, я согласен стать вашим рабом. Ну вот и отлично. И как мне теперь поступить? Как мне добраться до моей лодки и незаметно сбежать? Придется ждать ночи. Ну а пока что, да, я буду послушным рабом драконов. Поэтому можете выпустить меня, я буду делать все, что вы пожелаете. Пока что отдыхай, а утром мы уже тебе дадим задание. Ладно. Хорошо. Прошло 3 часа. Вот такие вот приключения у нас были с Градусом. Кстати, ты можешь подписаться на мой телеграм. И можешь лайк этому ролику поставить. Да и вообще подписаться на канал, нажать на колокольчик. Да, и оставить комментарий. Ах, плохой из тебя собеседник. А, стоп. А где все? Уже ночь наступает. А никого нет. Отлично. Это же то, что мне нужно. Теперь я просто выберусь отсюда, буду рукой ломать эту клетку, а потом просто-напросто сбегу отсюда. Отличный план. Глупые драконы. Они просто-напросто перестали за мной следить. Может, они вообще про меня забыли? Ладно, это не важно. Я просто сейчас выберусь. И все. А, отлично. Ну что же? Что это за шум? Что?
Я, кажется, ничего не слышала. Все, спите. Офигеть! Они, кажется, наверху, на горе, лежат и спят. То есть они все-таки охраняют меня. Глупые, глупые дракончики! Ой-ой-ой. А что? Ладно, показалось. Кажется, я должен сейчас быть очень тихим. Очень-очень тихим. Так, все, я прошел его. Отлично, прыгаем в воду. А, вот сейчас я точно что-то слышал. Поднимайтесь. Блин, вот я дурак. Это и вправду было очень громко. Кажется, он сбежал, он под водой. Что, как он это узнал? Черт, нет. Идите, отстаньте от меня, у меня есть деревянный меч, я буду сражаться. Нет, ты не уйдешь. Все, ладно, хорошо. У вас есть крылья, вы летаете и меня в любом случае догоните и поджарите. И вообще, знаете, я проснулся для того, чтобы исполнять ваши поручения как раз с рассветом уже. Как ты выбрался из клетки? Я просто сломал ее. Не знал, что люди такие сильные, я думал, они слабаки. Ну, впрочем, не важно. Ты должен мне помочь. И в чем заключается эта помощь? В одной в узкой шахте я потерял драгоценный камень. Пролезть туда я не могу из-за моих размеров. Так что ты должен будешь его найти. Хорошо, ты хоть покажешь мне, где эта шахта? Конечно, покажу. Как ты туда сам доберешься? А дорогой? Ты что, украсть его вздумал? Нет, не вздумал. Ладно, показывай, где твоя шахта. Сейчас мы уже прилетели. Скоро мне будем страшно. Там. И долго нам еще лететь, блин. А вдруг я упаду? Ты меня из чего сбросил? Не хочу я тебя катать, жалкий человечушка. Ну и больно нужно. Я чуть не помер, блин, страшно же. Ну и где твоя пещера? Вот это так что вот. Ли? Ну и где там твой драгоценный камень? У меня куча дел. Иди ищи, а я полетел. Ладно. Так, найти драгоценный камень в пещере. С паркуром? Блин, я ж никогда в жизни его не пройду. А что делает этот рычаг? Офигеть, ладно, тут какие-то ловушки, тогда не буду их активировать, просто и вся. Опа, получилось, на кнопку я точно не запрыгну, хотя тут какая-то невидимая штуковина. Эта штука выпускает стрелы, сломаю ее. Блин, они что, меня таким образом убить хотят, что ли? И, опа, на кнопочку наступили, и, а дальше-то что делать, как мне туда забраться? Опа, аккуратно! Так, идите в жопу, стрелы. И, ну-ка, вот так вот. А, что-то выпустилось, но в меня не попало. Кажется, вот эта стрела. Так. Опа. Фух, прошел. А! Ха, все ловушки я обезвредил. Это замечательно. Так, и где тут? Вот он, драгоценный камень. И как он его сюда занес? Ладно, неважно. Аметист, очень красивый, подходит мне. Но надо возвращаться обратно. Достал я его камушек, это значит, что пора ему его отдать. Возможно, если я выполню все их задания, они меня отпустят, а? Хорошая идея. Так, ну сбегать нет смысла, они меня все равно догонят. Я принес то, что ты просил. Спасибо тебе огромное. Держи. Человечушка. Ну что, я выполнил ваше задание, может отпустите меня? Ха, ты не выполнил еще мое задание. Ну и какое же? Наша опора в пещере почти сгнила, и теперь нам нужно ее починить. Иди добудь дерево и займись стройкой. Ладно, хорошо, а сколько дерева нужно? Я не знаю, я что тебе, математик? Ну ладно, добуду, сколько посчитаю нужным дерево, и в таком случае мне останется выполнить сколько их там, еще парочку заданий. И, возможно, я смогу попросить у них свободу. Ну, добудем дерево, получается, и сделаем кирку. Деревянная кирка, и добудем сразу камушек. И сейчас процесс добывания дерева пойдет гораздо быстрее. Ну, я думаю, столько дерева мне должно хватить. Даже добуду еще немножечко. И даже мне хватает на еще одну лодку. Блин, нет, это плохая идея. Если я еще раз попытаюсь сбежать, меня точно сожрут. Строитель из меня хороший, как вы помните по роликам, где была битва строителей. Соответственно, я справлюсь 100%. Я так уже хочу кушать, может у них есть еда. Извините, а можно у вас попросить еду? Да, конечно, вот, держи. Это что? Угли? Фу, оно...
накладывает на меня еще больший голод. А у вас есть что-нибудь человеческое? Яблоки, пироги, там, не знаю, стейки? Ты любишь грибы? Это не похоже на гриб. А вот это? Обугленные грибы? Нет. Дайте, пожалуйста, мне яблок, я не знаю. Ну, у вас должно быть что-то человеческое. Ну, вот так овощи. Тебе нравится? Ладно, да буду как-нибудь сам себе еду. Луминарии. Вот это хоть что-то нормальное. Серьезно? Мы этим кормим наш скот. Так вот, я принес дерево. А это значит, что я смогу достроить ваши вот эти вот опоры. Как это сделать, я не понимаю. Главное, чтобы тут все нафиг не рухнуло. Иначе мне не сдобровать. Я так понимаю, нужно убрать вот эти полублоки и заместо них поставить обычные. Звучит достаточно несложно. Ну да, дракону здесь явно не справиться. Это ты нас сейчас оскорбил? Что? Нет, нет. Но вы же не могли этого сделать, правильно? Блин, ребят, когда у нас появился человек, жить стало намного проще. Действительно, правда? Да. Я с собой полностью согласен. Так, ну что ж, я починил одну опору. Осталось починить вторую. Да, эти доски уже никуда не годятся, они совсем гнилые. Опа, все, кажется, готово. Молодец, человек. Теперь оно простоит еще тысячу лет. Ну, не думаю, но да, надеюсь, что так оно и есть. Ну что ж, теперь вы можете меня отпустить? Не-не-не, какой тебя отпустить? Ты слишком полезен для нас. Как это понимать? Ничего не хочу слышать. Следующее задание лично от меня. Слушаю. Задание. Найди мне сердце короля драконов. Что? Сердце короля драконов? Это что такое? Ходят легенды, что с помощью этого сердца можно стать самым могущественным драконом. Что? Я тоже хочу стать таким могущественным драконом. Тихо, я лидер. Ладно, хорошо, я найду для тебя эту штуку, но при одном условии, если вы меня отпустите. Отпустим? Вряд ли ты сможешь это добыть, поэтому я согласен. Отлично! И где искать? Я не знаю. А как оно выглядит? Я не знаю. А да в смысле ты не знаешь? А сердце дракона как может быть? Может быть, все-таки есть какие-нибудь приметы? Я не знаю. Может, вы знаете? Нет? Тебе сказали, понятно. Один раз. Никто не знает. Иди ищи, иначе будешь в нашем рабстве до конца своих дней. А может, все-таки кто-нибудь из вас меня подвезет на спине там до самой вершины горы? Я тебя сейчас зажру. Центов оно там спрятано, ладно, пойду искать сам. Ищу то, не знаю что. И где начать? Может быть, в глубине этого острова находятся какие-нибудь подсказки? Судя по тому, как живут эти драконы, они очень ленивые. Не хотят ничего делать сами. Поэтому, возможно, эта легенда на самом деле правдива. И я смогу с легкостью найти эту реликвию. А может и нет, потому что они просто все придумали, чтобы поиздеваться надо мной. Мне нужно срочно найти еду, потому что я уже голодаю. Офигеть! Я нашел какой-то древний храм. А как же далеко я забрался? Может быть, это как раз-таки связано с тем, что я ищу? Надеюсь, что да. Тут какой-то барьер. Не могу пробраться. Но только как? Вопрос остается открытым. О, вход! Только тут все в лаве. Кучу голов каких-то королей. Интересно. А это золото дорогое? Ладно, неважно. Потом с этим разберемся. Неужели мне придется прыгать по этим костям и забираться на самый верх? Похоже, другого варианта у меня совсем нету. Здесь какой-то невидимый лабиринт. Ну-ка, а теперь прыгнуть нужно. Опа! Фух, получилось. Но наверху ничего не было, я же видел. Кроме золотого блока. Подожди. Это похоже на сердце дракона, которое я ищу. Наверное, если я его попытаюсь взять. Древнее сердце дракона. Кажется, это то, что надо. О, блин, гроза начинается, а я стою тут прямо на самом верху. Так, может и молния ударить, блин. Что? Что это было? Я стал драконом? Черт, видимо, это все из-за этого алтаря, из-за этого древнего сердца. Но оно сохранилось. Это значит то, что я смогу его передать, но только как стать обратно человеком. Хотя быть драконом, наверное, круто. Это подождите, что получается? Если я стал драконом с помощью этого сердца, я стал самым могущественным драконом. Судя по их словам, нужно лететь! Офигеть! Офигеть, главное не упасть! Главное не упасть!
больно. Что? Чужой дракон? Откуда? Ну, привет! Падаю! Это я! Я человек! Я стал драконом! Что? Ты использовал мое сердце? Да... Как ты вообще его нашел? Я не знаю, но теперь, кажется, я самый могущественный дракон! Кто? Ты! Не смеши мои крылья! Я хотел тебя оставить живых, но теперь ты умрешь! А что ты делаешь? Получай! А, молния! Отстань от меня! Блин, что я сделал только что? Получай я разряд! Тебя достану! А вот это что такое? Я ничего не вижу. Что-то в меня плюнул. Я не знаю, но мне нравится. Все, я понял. Теперь ты наш новый предводитель. Что? Самый сильный дракон должен быть предводителем. А это как раз-таки ты. Офигеть. Но знаете что? Кажется, мне пора домой. На острове специальный магический барьер, который не дает нам выбраться. Черт. Тогда я что-нибудь придумаю. Но пока что я буду королем драконов. Если бы вы хотели продолжение, то ставьте лайки, а я попытаюсь выбраться с этого острова как можно скорее.